Служба в органах внутренних дел – это особый образ жизни. И сотрудник, который особенно проработал 10 лет и более, это действительно меняется мировоззрение. Он никогда не пройдет мимо чужого горя, он всегда окажет помощь. И эти люди, которые прошли кто-то от сержанта, кто-то от лейтенанта до генерала, у них очень большой опыт управления огромными милицейскими коллективами. В канун нашего профессионального праздника, Дня милиции, проводим собрание высшего офицерского состава, а именно генералитета белорусской милиции, чтобы собрать всех генералов. Такого последних 6 уже лет не было. Сегодня будет конструктивный разговор, мы говорим, коллеги пообщаются между собой, им это очень интересно, им это очень не хватает. Я вижу даже вот сегодня, когда мы им показывали современную и ту технику, на которой они когда-то несли службу. Ведь многим генералам, которые сегодня присутствуют уже за 80 лет, но они у нас молодцы, в строю и фору дадут любому молодому. Меня как молодого министра, конечно, интересует мнение старших товарищей о организации работы подразделений милиции. Многие из них возглавляют ветеранские организации. Какая нужна помощь нашим ветеранам, какие есть проблемы. Наши ветераны всегда приходят в органы внутренних дел, на все абсолютно наши мероприятия. Они воспитывают, они рассказывают и учат на своих примерах, на примерах мужества. Я никогда не расставался с милицией. Никогда не расставался с теми людьми, с которыми работал. Конечно, это праздник. Праздник души, праздник сердца, праздник воспоминаний. Я очень благодарен министру, что все-таки продолжает те традиции, которые еще когда-то закладывались. Кто был когда-то курсантами, уже стали генералами, полковниками. Поэтому для меня это та семья, которая была и остается тем родным и очень значимым звеном моей службы, которое было и в то время, и осталось до сих пор. Ну, что я еще был лейтенантом, они уже были генералами, поэтому очень приятно. У нас очень хорошая идет смена поколениями.